А вот чудесная история спасения маленького слоненка в Индии. Она попала на видео. Слоненок свалился в яму с водой. Сам выбраться не мог. На помощь маленькому слонику пришла целая толпа народа. Люди пытались выкопать пологий проход, чтобы он мог сам выползти из ловушки. Направляли его, указывали путь ветками и криками. Да, слоненка нельзя было вытащить руками, потому что он весит больше центнера. Но это так, для тех, кто не в курсе. Радовались очень бурно. Слон был доволен, как слон. В Индии такие происшествия довольно не редкость, потому что слонята приходят на водопой, поскальзываются на грязи и падают в воду. Выбраться не могут, они еще маленькие. Родители тоже помочь не догадываются, хотя могут, казалось бы, протянуть хобот, зацепить и вытащить свое дитя. Но вот не получается. Чаще всего на помощь слонятам успевают прийти люди. Иногда подмога опаздывает. Чтобы избежать этого, сотрудники национальных парков и заповедников постоянно контролируют места водопоя.